Немного не этого я ожидал, когда я прочитал название игры «Крошка-зайчик». Всем хай! С вами Ютин, и сегодня мы с вами будем играть в интригующую для меня игру под названием Tiny Bunny. Или «Зайчик». Это русская игра от русских разработчиков. Это игра, о которой я ничего толком не знаю, я никогда не видел ее геймплей. Я знаю, что это визуальная новелла. И что она очень прикольная. Сейчас многие в комментариях у меня под видосами пишут, просят, чтобы я поиграл в эту игру. Что я сейчас и буду делать вместе с вами. Просто затестим ее, посмотрим, понравится ли нам, понравится ли мне. Зайдет ли, не зайдет. Куда это все нас приведет? Что нас в этой игре ждет? Ладно, не будем делать пока слишком интригующих лиц. Я люблю это делать, конечно, но не будем. Дадим возможность игре нас удивить, настримать. Всю ночь ветер скребся в окно когтями. Он бродил по полям и зазывал голодным зверям. Бесконечная песнь вилась, словно веревка, сплетенная из самых разных, тонких, вкрадчивых, насмешливых голосов. О, как поэтично все это. Казалось, они кричат и смеются. И спорят о чем-то. Кто-то носился по снегу, отбрасывая длинные тени. Они то подходили к кровати, то отступали. Дом жил своей жизнью, скрипучей жизнью старых зданий, которые помнят столько всего и будто пытаются рассказать. Одинокий дом глядел на лес, а чащоба смотрела в ответ своими глазищами, дуплами и шуршала, шумела, кивала. Можно выйти и постоять у кромки леса, просто чтобы убедиться, там за кривыми деревьями никого нет. Простите, кто-то пишет мне всякие сообщения на телефон, перестань телефон! Смутные, мотающиеся на ветру силуэты не причинят вреда. Это же игра света и тени. Просто такая игра. Я понимаю, что это лишь мое воображение. Мне ведь уже 12. Но все же. Я вижу лиса! Эпизод 1. Прилети, сова. Ну, видно, что к этой игре с творческим подходом, с душой подошли. Последняя крутая визуальная новелла, которую мы играли, была «Доки-доки», литературный круг. О, здесь озвучка есть, как удобно! Доки-доки, литературный клуб. Зацените всем мое прохождение. Очень прикольная игра, если кто из вас не видел. Сколько раз говорила, не читай за столом. Вредно. Сидишь, сутулился весь. О, прости, мам. Прости, мам. Красивая мама. Очень красивая. У кого из вас в школе был одноклассник, у которого очень красивая мама? И как вы ее обсуждали с друзьями? Было такое у вас? Ну, я к парням обращаюсь. Так, что, убрать? Убрать. Простите, убираю. Все, тут мышкой надо работать. Я послушно отложил книгу о прохождениях Конана Варвара. Все равно я прочитал одну и ту же строчку 3 раза и ничего не понял. Бывает такое, ты читаешь книгу, ты читаешь уже несколько страниц, и вдруг ты внезапно понимаешь, что ты не понял ничего из того, что прочитал, даже не помнишь, что ты прочитал, ни одного слова. И такой, сволочь, придется прочитать заново. Да, это знакомая, знакомая проблема. Оля уже позавтракала и взялась за печенье. Печенье, мы знаем, что Евгений очень любит печенье. Хрустело с аппетитом, как девочки из рекламы. Пока не съешь, из-за стола не встанешь. Да, знакомая фраза. А я все буравил взглядом манку, словно надеялся, что она рассосется сама по себе. Смутная тревога распирала. Все из-за бессонной ночи, черного леса, огибающего двор и угрюмого ветра. Чем дольше я тянул, тем холоднее становилась комковатая белая масса. Будто медуза из подводной Одиссеи Кусто. Обожаю эту передачу. Блин, это олдскульная такая... видимо, история, потому что Кусто, нарекаю, многие из вас даже уже не знают, что это такое, кто это такой. Этот человек изобрел акваланг, Жак-Ив Кусто. И он вместе с этим передачу свою вел про подводный мир. Это была крутая очень передача для меня в детстве, я обожал ее. Интересно, на дне океана очень жутко, а ночью в холодном черном лесу... А, блин, ложка выпала из рук. Мне родители говорили, что в детстве, когда я бесился и что-то не хотел делать, я брал ложку вот так вот над столом, поднимал ее и так фрук, отпускал, и она гремела очень сильно. И когда я понимал, что никто не обращает на это внимания, я делал это снова. Так, вот это мразь маленькая была. Мама плеснула студенным взглядом с зеленых глаз. Что я говорила? Мам, простите. Я достану. Оп,
Внезапно. А, мои мысли я читаю сам, своим голосом. Остальное он говорит вслух. Десятисекундная передышка перед новым сражением с гадкой кашей. Я нащупал ложку. А что это такое нацарапано снизу на столешнице? Карина. Ха! Это же мамино имя. Видимо, это она в детстве накорябала чем-то острым. Оказывается, хулиганкой была. Мебель портила. Ох, меня бы она за такую неделю ругала. Так всегда делают родители. Они ругают детей за то, что они сами, в принципе, делали. И делают даже вот сейчас. Знаете, когда такой батя стоит, покуривает сигарку, такой, сынок, ты не кури, это очень плохо. Оп. Так, нет. Что-то она не в духе в последнее время. Я вообразил, как она, моя ровесница, сидела здесь под столом. Интересно, в детстве мама боялась темноты? А шороха на чердаке? А лесных дебрей? Я представил, как бабушка заходит в спальню к моей маленькой маме, садится на край кроватки, где теперь спит Оля, и рассказывает мягким, вкрадчивым голосом. Тайга — особое место, дитятка. Дитятка. Она к тебе присматривается, принюхивается. Класс! Отлично, бабушка, спасибо. Словно хочет понять, что ты за зверь такой. Понравишься — в беде не бросит. А будешь мудро проказничать — схватит за бочок и утащит с собой под землю. Тут и дело с концом. Страшно. Бабушка была ласковой, никогда ни с кем не ссорилась, не ругалась. Тогда не было этих сводящих с ума криков до глубокой ночи, разбитой посуды и взаимных обвинений. В то время наши родители еще любили друг друга. Помню, я случайно подслушал родительский разговор и узнал, что бабушка заранее побеспокоилась о своих похоронах. Купила себе гроб, о боже мой, и называла его ласково гробиком. Он стоял в чулане, словно терпеливо ждал. Черный с обивкой цвета мяса. Это я увидел потом, когда бабушку хоронили. Дом остался таким же, каким и был при бабуле. Только фотографии все убрали куда-то. Застекленные снимки с серыми лицами моих предков. У всех плоские, но зоркие, неживые глаза. Я выбрался из-под стола. Оля расправилась с печеньем, и как хитрый зверек поглядывал на мою порцию. Я бросил взгляд на заиндевевшее окно. Первый раз это слово слышал, честно, никогда не слышал это выражение. Заиндевевшее окно. Снаружи темнели сосны, но не они привлекли мое внимание. Январский узор складывался в картинку. Оля, гляди, лиса! Где? Похоже на оптические иллюзии на задних обложках тетрадок. Вроде мешанина из черточек, но если расфокусировать взгляд и посмотреть под определенным углом, например, просто вот прямо в монитор. Да не на улице, на стекле. Смотри, вот нос, вот. Ну-ка, доедай. Мать! Ну мы играемся с узорами, мы воображение тренируем свое. Я вот буквально вчера рассматривал облака и представлял всякие различные образы. Это прикольно. Да, да, сейчас. Я ничего не вижу. Вообще маленькая еще. Совсем немного осталось. Ну, мам, ты сама-то хоть пробовала свою кашу? А, вот. Ну, она с комками, она неприятна. Но все равно не похоже. А я говорю, похоже. Не-а. Похоже. Прекратите. Ну что за дети? Теперь и я не могу отыскать лису. Она исчезла. Ушла. Лишь узоры ползали по стеклу, похожие на вытянутые листья крапивы. На кухню вошел папа. Он на Джоэла похож из Last of Us. Большой и неторопливый. Хочу, когда вырасту, стать как он. Бородачом. А, да. Все хотят стать бородачом, но не у всех такая классная борода, как у меня, ну или хотя бы как у бати. У бати нормальная борода тоже, да, сойдет. Но у Евгения как раз-таки борода эталонная. Согласитесь, согласитесь, лайк поставьте за бороду. Мне будет приятно. Мама, шутя, все просила папу. Ну сбрей, колец же. Как давно это было? А теперь каждый день грохот дверей и мстительные колкости. А Оля зажимала уши, когда за стеной раздавались голоса. Ради чего это все? «Ради вас!» — отвечал папа. «Ради семьи!» Я ловил каждый звук и боялся услышать самое страшное, самое убийственное слово на букву «Р». «Разв...» Не хочу даже продолжать. Боюсь представить, что нас с сестренкой разлучат и разведут по разным семьям. «Да что твоя лиса? Вот у меня на окне сова!» «Опять ты со своей совой?» «Так ты же вчера мне
Никто ключи от машины не видел? Вроде оставлял на подоконнике. Вроде. Вроде оставлял, вроде нет. Вроде взрослый мужчина, отец двоих детей, а вроде... Перестань, пожалуйста, Карина. Да зачем так... как можно так себя вести? Разойдитесь вы уже. Зачем вот это вот при детях надо вот выдрачивать друг друга, чтобы у них закрепился образ отца тряпки, матери стервы, или наоборот, отца угнетателя, матери тряпки? Это ни к чему хорошему не приводит. Дай мне спокойно собраться. А еще лучше просто наведите порядок у себя в башке. В корзине твои ключи, возле телефона. Сходите к психологу, я не знаю. Огромное тебе человеческое спасибо. Блин, это просто семья сарказм, сарказм 3000. Сарказм фэмили. У них на почтовом ящике написано, наверное. Антон, ешь быстрее, а то как мученик сидишь. А сова? Не было там никакой совы. Была! Глазюки огромные! Во! И светятся! Оля вскочила со стула и приставила руки к личику, показывая пальцами глаза, каждой величиной с яблоко. В прошлом году бабай в шкафу. Сейчас сова? Но я же видела! Да просто скажи, да, ты видела сову, что ты доказываешь-то? Оля переводила взгляд с отца на маму, потом на меня, но нигде не находила поддержки. А ты не думала подружиться с ней, нет? Вымышленными мышами покормить, например? Не подначивай ребенка. Просто мала еще, и спать одна боится. Оля капризно надула губы и опрометью вылетела в коридор. Опрометью. Заскрипела лестница, ведущая на второй этаж. Мама строго посмотрела на отца. Ну блин, вы такая красивая пара, на самом деле. Я бы со стороны сказал, что вообще у вас все классно должно быть. Огонь в постели. Вечера прекрасные за просмотром какой-нибудь кинца вместе. Вы очень хорошо смотрите вместе, перестаньте. Ох, этот взгляд, как же неуютно под его прицелом. Папа лишь фыркнул и ушел, звеня связки найденных ключей. Спустя минуту на весь дом раздалась мелодия из «Русалочки». Это была затертая до дыры кассетная пленка, которую папа уже склеивал однажды. С вещами все просто, их можно починить или вот склеить. А как быть с отношениями? Какие вопросы задает себе мальчик? Мама ушла в гостиную, и остался один я, беспокойно поглядывая в окно. С тех пор, как мы переехали в этот старый дом, Оля плохо спала. Ворочалась в постели и съеживалась клубочком под одеялом. Порой вскакивала среди ночи, чтобы включить видеомагнитофон. Мультфильмы помогали отвлечь от переживаний из-за переезда родителей. «О, мама! Сова!» А потом Оле привиделось это огромное крылатое чудовище за окном. Она стала одержима совой. Чего только родители не делали. На какие ухищрения не шли, чтобы искоренить ее страхи. Опа, вспомнил как раз таки. Посмотрите фильм «Четвертый вид» с Милой Йовович. Там тоже очень интересные фишки с совой связаны. Меня очень напугал в свое время этот фильм. Знаете, он не напугал меня в смысле а в смысле он создал внутри меня очень неприятное ощущение. Посмотрите этот фильм, он прикольный. Так, чего только родители не делали, на какие ухищрения шли, чтобы искоренить ее страхи. Оля напрочь отказывалась спать одна и не верила, что сова была всего лишь дурным сном. После сегодняшней ночи я не знал, что думать, как теперь относиться к словам сестры. Вот из этого фильма теперь у меня есть вот сейчас такая эмоциональная привязка к этой сове. Я начинаю крепоту ловить. Могут ли кошмары быть заразными? Прошлой ночью я лежал без сна и думал о том, что ждет меня в новой школе. До занятий оставалось несколько дней. Воображение рисовало длинные извилистые коридоры. Они приводили к классу, заполненному детьми. Но ученики за партами были темными силуэтами, словно вырезанными по трафарету контурами. Посреди их черных лиц зияли круглые дыры, а в дырах моргали глаза. Будто бы совсем другие существа смотрели на меня из-за плоских черных фигур. И столько жестокости было в этих взглядах, столько ледяной насмешки, что я дрожал с головы до ног. Выживу ли я здесь? Не забьют ли меня до смерти толпой быстрые топчущие ноги, вымазанные кровью ботинки? Пусть бы она сгорела, это чертова школа! Пусть бы хоть что-то случилось, неважно что, лишь бы не идти на уроки.
Не видеть людей, которые только мечтают дать оплеуху, поставить подножку, придумать очередное прозвище. Еще оскорбительнее, чем предыдущее. О, ребят, мне так нравится читать сейчас, я так выразительно читаю. Мне кажется, вы бы очень хотели, чтобы я читал вам сказки на ночь. Да, пригласите меня к себе домой, я буду читать вам сказки на ночь. Будто мои очки делают меня чужаком, каким-то монстром. Взор мазнул по рисункам, развешанным на стенах. Я не считал себя великим художником, но Оля упросила повесить. Только рисование меня хоть немного радовало в последнее время. Моим немногочисленным друзьям тоже нравилось, как я рисую. Кстати, в моей школе тоже всем нравилось, как я рисую. Меня просили рисовать динозавров и прочих всяких персонажей. А еще я комикс продавал в школе. По-моему, я уже об этом рассказывал. А ведь они, кстати, обещали звонить. Забавно, да? Я в школе продавал комиксы, и сейчас я то же самое делаю. Иногда воображаю, как мама снимает трубку и говорит: «Холодно, вы не туда попали». Или: «Антона нет, Антона нет». Я представлял своих будущих одноклассников и одноклассниц, которые, как и я, лежали в эту минуту в кроватях, слушая вой невидимых оборотней за окном. Быть может, я все-таки понравлюсь новому классу? Кому вообще нравятся ребята в очках с толстенными линзами? Папа вот в детстве носил очки, а теперь он женат на самой красивой женщине в мире, моей маме. Дом заскрипел под напором ветра. Наш прежний дом, бетонный, девятиэтажный, жужжал соседским перфоратором, бубнил телевизором за стеной, плакал навзрыд за квартирой многодетного семейства. Теперешний дом, язык не поворачивается назвать его новым, был совсем другим. Днем тихий и покладистый, тени отдыхают в углах, в паутине чуланов, под лестницей. Но ночью они просыпаются, что-то смотрит на меня из углов, будто фотографии мертвых родственников с земляными глазами снова повесили на стену вместо моих рисунков. Кряхтят половицы, стонут ржавые водостоки, чердак населяют гулки и сквозняки, словно дом играет какую-то дьявольскую мелодию. Вдруг я понял, что действительно слышу музыку, причем играет она уже давно. Где-то далеко, на самой границе восприятия, пела флейта. Она словно бы сливалась с воем ветра, с поскрипыванием старого дома, с моими мыслями, наконец. Я встал и поторопился к окну. Хотел убедить себя, что нет никакой музыки, что это лишь мое воображение, что никто не может играть там в холодной заснеженной ночи. Открыть. Вау, танец зверей безумный, что за оргия. Там в поле кто-то танцевал. Блин, кто? Кто? Медведь, лисы, волки. Черные фигуры, едва различимые на фоне темного леса. Залитые лунным светом, они резко подпрыгивали и припадали к сугробам. Катались в снегу и ползали на четвереньках. Мне вспомнились истории о волках, играющих под луной. Но это были не волки. Они вставали на ноги, водили хоровод, вздымая вихри снега, растворялись во мраке и появлялись вновь. Творилось что-то странное. Пляска теней в беззвездной тьме распаляла воображение и одновременно нагоняла тревогу. Вдруг музыка стихла. Танцующие застыли, и я готов был поклясться, уставились на меня. Внезапно одна из фигур отделилась от странного карнавала теней и ринулась по полю, мощными прыжками преодолевая расстояние. Ой, блин, нет, это неприятно. Да-да-да, это прям неприятно, крипово, мне нравится. А, она скользила, не оставляя вмятин на хрустком... Извините, на хрустком Насте. Насте, пока угольная тень дома не поглотила ночное существо, став еще гуще и чернее. Сердце заметалось птицей в клетке. Я отпрянул к кровати, успев рывком задернуть шторы. Меня видели. Страх окатил ледяным потоком. Стоя в темной комнате, я слышал, как снаружи возится и скребется незваный гость, как он мечется по двору, выискивая вход. Звук шел вправо. Обогнул дом. Сейчас гость кажется на пороге. Я кинулся в постель, укрылся с головой, словно одеяло могло меня защитить. Страх сковал мышцы. Я вдруг снова вспомнил о похоронах, как бабушка лежала, скрестив руки с заострившимися чертами лица, похожей на восковую куклу. А по ножкам стульев, на которые водрузили гроб, ползли муравьи. О, боже мой. Я представлял тогда, что они взберутся на голову бабушки и лапками поднимут ей веки. Тогда бы сморщенные глазные яблоки шевельнулись в гнездах, и бабуля вновь бы увидела внуков. Там, на похоронах, я повторял мысленно слова заговора, которым она меня учила.
и, лежа под одеялом, прислушиваясь к скрипу и вою, я шептал эти слова. На острове Буяне, в Синем океане, стоит домовина, в ней сало и глина, волосы седые, чертям еда, а раба Божьего Антона не тронут никогда. Бесы забудут дорогу к дому, мертвые к мертвому, швы к швому. Стрём! Непонятные шумы утихли. Мне нравится такой аниме-стиль. Я осторожно высунулся из-под одеяла, чтобы увидеть, как под потолком, словно висельник, колышется штора. И тут ночь ошпарила меня новой порцией кипящего ужаса. Звук резанул по ушам. Что-то царапало входную дверь. Быстро-быстро скоблило когтями полотно, требуя впустить его. Дверь заперта. Папа стал осторожным и вкрутил надежный замок. Помню, как он долго и напряженно вглядывался в лес, словно выискивал в нем кого-то. Мертвое к мертвому! Живое к живому! Я поджал колени, уткнулся в них подбородком и засверлил взглядом межкомнатную дверь, такую хлипкую и слабую перед мощью темноты. И вдруг... Дверная ручка робко повернулась. Затем дернулась раз, другой, будто у того, кто пытался открыть дверь, не было рук. Ручка вновь кивнула неожиданно. Защелкала бешено. От страха у меня свело челюсть. Мокрые пальцы комкали одеяло. Дверь заскрипела и отворилась. Дом издевательски стонал ветром в жестяных водостоках. Сейчас. Ты увидишь. Дверь распахнулась. Тьма кишила в прожорливой пасти проема. Словно сама ночь обращалась ко мне, то хлопая черными крыльями, то скрипя несмазанными петлями. Мрак был паутиной, облепивший углы комнаты. Я дрожал в его, как коконь, и ждал, когда из черного провала выступит тот, кто соткал паутину. Мышцы живота заныли, грудная клетка расправилась, готовая выпустить отчаянный вопль. Но прежде чем я закричал, темнота спросила... Я так и думал, что это Оля. Бледное лицо сестры выплыло из густой тени. Я готов был вскрикнуть от облегчения. Оля, я не сплю. Что случилось? Носик Оли сморщился, а нижняя губа оттопырилась. Верный признак, что с секунды на секунду сестра расплачется. Она опять прилетела и пялится на меня. Прогони ее, Тоша. Прогони, пожалуйста. Я так боюсь. Страх, только что терзавший меня, уполз и притаился где-то в животе. Я обязан был успокоить Олю. Это был сон, глупая. Не пугайся. Сны не кусаются. Никто тебя не обидит. Оля всхлипнула. Она изо всех сил пыталась мне верить. Но верил ли я сам? У меня есть идея. А пойдем к тебе в комнату, видик посмотрим. Спящую красавицу, например. Тебе же нравится этот мультик? Почему у спящей красавицы принца у меня эта страшная птица? Вопрос застал врасплох. Ладно, давай посмотрим Золушку. Мысли путались, расплывались. Что это было? Что высматривало меня, лихорадочно танцуя под луной? К оконному стеклу прижималась тьма. Ее не обманешь старыми бабушкиными заговорами. Не проведешь, предложив вместо себя ящик с салом и глиной, с обрезанными седыми косами. Тоша, ты идешь? Да, да, сейчас. О, блин! Ой, господи! Оно хавает меня! О, анимация! Да! О, да! Идеально! Прекрасно! Мне очень нравится! Как меня хорошо сейчас подловили! Все, я запечатлен. Эта игра будет у нас. Я буду проходить ее. Все, мне нравится. Вот почему утром мне совсем не хотелось смеяться над Олей и этой ее совой. Кто мог прийти к нам в этой глуши? Мы ведь здесь никого не знаем. Настырные какие. От нелепой мысли, что утренние гости пришли прямиком из леса, стало особенно неуютно.
прихожей зазвучали неразборчивые голоса. Подмывало спрятаться. В шкаф, под стол, за занавеску, куда-либо, куда любит прятаться Оля. Гоша, подойди-ка сюда. К ногам словно гири привязали. Я поплелся в коридор. Два милиционера возвышались на пороге. От них пахло морозом и тревогой. Мама, завидев машины с мигалками, обычно кривилась и ворчала. Хуже бандитов. Сорян, я должен здесь ремарочку сделать, небольшую, ну, мысль высказать. А вот милиционер, образ милиционера у меня не... Лично у меня, да и, наверное, наверняка у многих из вас никогда не вызывает, знаете, такого страха, как вот страх призрака, страх вот чего-то такого. Страх не ассоциируется с ужасами. Однако образ милиционера у меня лично ассоциируется с каким-то напряжением, триллером. Каким-то, знаете, как только я вижу перед собой милиционера, ну, сейчас уже это полицейский, который обращается при этом ко мне, я почему-то, знаете, я чувствую, что как будто бы у меня за спиной точно есть какой-то происшествие, проступок, который я совершил. Или даже если не совершил, то ему абсолютно плевать. Все зависит как будто бы от него. Виноват ли я в чем-то или нет. То есть даже если ты знаешь, что у тебя все отлично, ты все равно переживаешь. Вот такой образ во мне воспитался. Знаете, такое ощущение воспиталось за всю мою жизнь от милиционера. Это, наверное, доводит меня на другую мысль, что... Когда мы смотрим фильмы западные и видим какие-то образы, ну, не знаю, все что угодно мы там видим, мы можем это даже не интерпретировать так, как интерпретируют, допустим, американские зрители в своих фильмах, потому что мы не жили в том мире, в их, и не знаем всех тонкостей. И это очень интересно было бы однажды, знаете, интересно было бы смотреть какой-нибудь фильм, например, ужасы, триллер или еще что-то, чтобы рядом сидел носитель языка, уроженец той страны, про которую фильм, и чтобы он, знаете, расшифровывал свои ощущения от того, что он видит. Это, знаете, такое супер погружение в фильм через человека было бы. Вот. Сейчас у меня внезапно вот именно хоррор, крепота смешалась вот с этим ощущением, что я что-то сделал не так. Что меня в чем-то подозревают, или даже если не подозревают, то просто хотят засадить или штрафануть. Окей. Мама, завидев машину с мигалками, обычно кривилась и ворчала. Хуже бандитов. Но сейчас она выглядела несколько растерянно. Здравствуйте. Старший по званию мрачно кивнул. Тут мальчик вчера потерялся. Вовой зовут. Глянь, пожалуйста. Ты его не видел? Милиционер протянул мне фотографию. Рыжий паренек лет 8 был запечатлен на фоне ковра. Он держал на руках полосатую кошку и широко улыбался. Нет. Точно? Посмотри внимательнее. Где мне его видеть? Я тут никого не знаю, да и из дома-то почти не выхожу. А может, видел в окно? Да. У тебя ведь окна на лес. В окно. Нет, не видел. Ясно. Голос его был усталым, а вот взгляд долгий, невыносимо тяжелый. Он смотрел на меня так, будто в чем-то подозревал. Да, да, автор игры тоже знает это. Его тень падала на меня, и я невольно сутулился под весом смутной вины. Наконец-то, оторвав от меня взгляд, милиционер бегло осмотрел прихожую, лестницу и трещины на потолке, которые я почему-то до сих пор не замечал. Вы, кстати, как на новом месте? Попривыкли уже? Понемногу, только вот дочка маленькая по городу скучает. Скучает, значит. Из местных вас никто не беспокоит? Все хорошо, спасибо. Серые глаза милиционера вновь впились в меня, отчего голова закружилась. Может, вам помочь как-то? Я спросил неуверенно, чтобы показать себя воспитанным мальчиком и просто скорее закончить неприятный разговор. Я вот стою и думаю. Вот да. Ты, малец, на племеша моего похож. Шустрый парнишка твоих лет. С такими же окулярами. Все книжками зачитывался. Детективами. Когда летом погостить приезжал. Говорит, что в школу милиции мечтает поступить. Как я. Хотел людям помогать. Смекаешь? Мне стало неловко. Будто передо мной стоял не участковый, а кто-то из дальних родственников. Ох, ребятушки, сидите-ка вы лучше дома. Не ввязывайтесь ни во что.
Жизнь сейчас совсем другая пошла. Мамин голос был холоден. Мне ли не знать? Ну да ладно. Ты, Антон, в каком классе учишься? В 6-м. Друзей-то на новом месте еще не завел? Пока нет. Я только после каникул в школу пойду. Тогда вот вам на всякий случай мой номер. Звоните, если узнаете что. Милиционеры ушли, унеся с собой тени, запах дешевого одеколона и фотографию улыбающегося мальчика. Но его лицо все еще стояло перед моими глазами. Я думал, каково ему сейчас там, совсем одному. Там. Почему-то я представлял лес, качающийся на ветру. Каково его бедным родителям? И что бы делали мои, если пропал я? Плакали? Бились в истерике? Или обвиняли бы друг друга, как обычно, а со временем и вовсе забыли? Мам, а Вова этот в нашем лесу заблудился? Выходит, что так. Бедный ребенок. Я выглянул в окно на дорогу. Милицейский УАЗик укатил к деревне. Ковыряя расслоившуюся краску подоконника, я почему-то подумал о племяннике участкового. Тут же вспомнились детские детективы из серии «Черный котенок», которые я сам прочитал за лето. В них обыкновенные школьники расследовали разные таинственные дела. Они искали улики, шпионили за всякими подозрительными людьми. А после захватывающих приключений – бац! – и раскрывали запутанное дело. Становились местными знаменитостями, и, должно быть, родители ими страшно гордились. Я заметил оставленную милиционерами цепочку следов, ведущую к лесу. И тут в голове будто щелкнуло. А почему бы не начать собственное расследование? Может, найду пропавшего мальчика? И там и награду дадут. Вот Оля обрадуется. И не только Оля, мама с папой. Вдруг они на время забудут про свои перепалки. Может, мне даже удастся спасти нас от слова на букву «Р». Одеваясь, я фантазировал, как куплю Оле тамагочи, а себе плееры и много-много кассет. Тамагочи! Ай, блин! Я ненавидел эту фигню. Вот, и, наверное, я был единственный, кого вообще не цепляло это дерьмо. Это, вы не знаете, что такое тамагочи? Если бы вы видели, короче, такая маленькая штука, как, не знаю, пейджер какой-то. Там экранчик и кнопочки. И ты выращиваешь там свое животное. Они были разной формы, там, в зависимости от производителя. Ты выращиваешь там свое животное, надо кормить, убирать за ним дерьмо и прочее, прочее, прочее. Такая хрень вообще полностью. И там про нее говорили. Даже, естественно, были всякие передачи, всякие новостные, типа, мол, тамагочи, это просто... Это очень плохо влияет на разум детей. Вот в Японии, например, ребенок один, у которого погиб тамагочи, выбросился из окна. И вот эти все, как обычно, нас любят в СМИ по любому поводу обвинять все подряд в смертоубийствах и бедах всего человечества. Окей, итак. Еще целую коробку киндер-сюрпризов. Когда в последний раз родители покупали нам игрушки? Осенью, кажется. Тогда папа потерял работу. Ту самую, о которой пелось в навязчивой песне. Я смутно представлял, чем занимаются бухгалтера. Считают деньги вроде... А, это... Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Раньше соседи завидовали нам. Теперь у родителей едва хватало на сладости. И один шоколадный батончик папа делал поровну мне и Оле. Блин, слушайте, этот автор этой игры, вот тот, кто написал этот текст, он явно прям понимает меня. Это прям все очень знакомо мне. Бывало, я отдавал ей и свою порцию. Как бы сильно мне не хотелось сладкого, она же малявка. Не терпелось скорее отправиться на поиски улик. Пойду погуляю. Ага, сейчас. Чтобы потом милиционеры с твоей фотографией по домам ходили. Лес вон какой густой. А если мальчика звери дикие утащили? Или того хуже? Того хуже? Пронеслось с эхом по коридору. Да, почему эхо было? Да я рядом буду. В лес не пойду. Что я тебе сказала? Мне дважды повторять? Лучше портфель собери или с Олей поиграй. Через секунду на кухне зашумела вода. Это означало, что спор окончен. Последнее слово остается за мамой. А мы можем здесь... Да, мы можем здесь сделать сохранялочку. Все, мы сохранились. Что ж, я думаю, на этом мы с вами прервемся. Все, игра мне очень понравилась. Ребята, если вам тоже, если вам нравится то, как я зачитываю текст, то, как я реагирую на эту игру,
то, как я рассуждаю на ее счет, ставьте лайк и оставайтесь со мной. Подписывайтесь на канал, если вы еще здесь не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. И зацените вот этот видос. Вам тоже он понравится. Зацените еще вот мой сайт с комиксами press.ru. Также мой мерч там продается официальный. Заходите, если вам что-то понравится, вы можете поддержать меня и мои проекты, мою душу, так сказать, поддержать. Огромное всем вам спасибо, друзья, блин. Чертовски люблю вас всех за то, что вы здесь со мной, за то, что вы неустанно меня поддерживаете, за все эти лайки, за эту безумную лояльность, которую вы мне оказываете, за всю эту поддержку, за всю эту любовь, которую вы мне даете, друзья. Люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю. Увидимся с вами в следующем видосе. С вами был Юджин. И всем пять!